Елка, гирлянды, нарядные костюмы и долгожданный Дед Мороз. Именно ему пару месяцев назад воспитанники центра Дуслык писали письма. У каждого оно было свое. Вот и сегодня у каждого свой подарок. Лес. Бальзам для губ. А еще крем для рук, косметичка, резинка, фломастеры и блокнот. 9-летняя Александра Абызова с трепетом рассматривает свой подарок. Благодарна Дедушке Морозу, потому что я все время верила в него. И все-таки это моя мечта существовала. Чтобы его увидеть. Письма детей с пожеланиями висели на елке фойе госсовета, и любой желающий мог осуществить детскую мечту. Перед сессией одним из первых письмов вскрыл Рустам Миниханов. Данил Хромов просил у него настоящего робота. И вот сегодня, пусть и не президент лично, а депутаты доставили Данилу президентский подарок. В этом центре находятся дети, которые временно не могут жить в семье. У кого-то из них родители лишены родительских прав, у кого-то вот решается их судьба родителей. Но мы считаем, что каждый ребенок в канун Нового года должен видеть счастье, должен испытать какое-то вот наслаждение от этого праздника. У меня маленький был велосипед, на нем тяжело кататься было. А Данил Королёв пересел на большой велосипед. Эту детскую мечту исполнил председатель госсовета Фарид Мухаметшин. Мальчику уже не терпится покататься на улице. Я именно хотел такой велосипед. Мне принес Дед Мороз. Сегодня мы видели, сколько эмоций дети испытывали. У детей был настоящий праздник. Дети на какое-то время забыли, может быть, о своих сложностях, о своих трудностях. Такая благотворительная акция в республике проходит уже 6-й год. За это время желания исполнились у более 1000 детей, нуждающихся во внимании и заботе. Сегодня они вновь убедились, мечты сбываются, а значит, Дед Мороз существует. Алина Бережная, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.